собственный двор. Нам нужно давать большой крюк в 1,5 километра. Жители дома номер 11 на улице Калинина обратились к главе Химок Дмитрию Волошину с просьбой разобраться в законности установки шлагбаума в их дворе. По словам химчан, их соседи из расположенного поблизости многоквартирного дома не провели межевание территории, оградили шлагбаумом общий участок двора, через который теперь не могут проехать многие жители ЖК. Есть вопросы и к легитимности голосования. Мы сейчас говорим с вами. Проблемы с шлагбаумом, который стоит незаконно с ваших слов. Мне нужно проверить, если это так. У вас либо сервитут, либо демонтаж. Нужно просто провести определенные действия для того, чтобы проверить это все. Вопрос будет решен положительно в любом случае, потому что не должны одни жильцы страдать за то, что другие поставили. За помощью в ремонте квартиры к Дмитрию Волошину обратилась жительница дома на улице Лавочкина. У ее соседей произошел пожар, из-за чего пострадала квартира и самой женщины. Страховая компания выплатила часть средств, но суммы не хватило на полное восстановление жилья. У меня есть постановление, через что квартира сгорела не по моей вине. По вине соседей справился проблема. Полы в недобром состоянии, стены все до бетона все очистили, отдраили, сняли всю гарь. В общем, катастрофа. Я не прошу вас хоть какой-нибудь помощи. Мне тяжело справиться с этой проблемой. Я делаю все, что могу. Дмитрий Волошин поручил заместителям оценить ущерб и составить смету. Поможем в рамках закона. Вот. Ничего страшного, разберемся. Где-то я помогу, где-то управляющая компания поможет, где-то подрядчик поможет. Так все потихонечку и закроем этот вопрос. Какие мои действия сейчас? Ваши? Что? Сказать, что нужно. Там ремонт коридора, ремонт ванны, ремонт этого, ремонт того, ремонт всего. И мы вам скажем, в какие сроки у вас будет отремонтировано все. Приемы граждан глава городского округа проводит 2 раза в месяц. Информацию о порядке и записи на прием можно получить по телефону, указанному на экране.